Добрый день. Хотел бы представить вам еще один аквариум, который называется «Разлом в скале весной». Когда в 2017 году я возобновил свое школьное увлечение аквариумистикой, конечно, не предполагал, что так глубоко погружусь в эту тему. Случайно наткнувшись в интернете на фотографии и работы великого японского аквадизайнера и фотографа Такаси Амано, был поражен, как далеко вообще продвинулась аквариумистика, построение композиций, оснащение, все, что входит в это вот понятие, которое разработал Амано, природный аквариум. Через какое-то время начал изучать, сначала самостоятельно, и теоретическую часть, и принципы построения композиций. Потом познакомился с очень симпатичными и увлеченными людьми из школы «Мир за стеклом» Евгении Моисеевой. Школа дает очень хорошие знания как для новичков, так и для более продвинутых аквариумистов. Все доступно, ясно, понятно. Вот я закончил теоретический курс и практический курс. И картинка, как говорится, в голове у меня сложилась. Начал пробовать сам составлять композиции, запускать аквариумы. Вот. Как я уже говорил, аквариум запущен примерно 2,5 месяца назад. Оборудование. Фильтр УАЗ. Светильник АДА. Удобрение АДА. По растениям, в основном почвопокровка. 99%. Хотел сделать такое разнотравие. Население, галактика, несколько сивель, штучек 20 креветок Амано. Вот, в принципе, и все. Кратко. Смотрите, оценивайте, наслаждайтесь. Спасибо.